Всем привет! Вы на канале Пюмс, с вами Петр и Семен. И сегодня мы играем в One Match, играем двумя героями из разных коробок. Семен играет за Лунного Рыцаря из коробки Marvel Redemption Row, а я играю за женщину Халк из коробки Brains and Brown. По традиции расскажем немножко про героев и сыграем одну партию. Я играю за женщину Халк. У нее ближняя атака 20 жизней. Она перемещается на 2. Ее особенность – это просто бросьте что-нибудь. В начале вашего хода вы можете сбросить одну карту, чтобы нанести любому бойцу противника в зоне женщины Халк урон, равный значению усиления сброшенной карты. И слоган внизу. Зеленая, ослепительная, гамма-заряженная красотка. Я знаю, о чем вы думаете. Семена, лунный рыцарь, у него есть 3 личности, лунный рыцарь, Хансу и мистер Найт, и в конце своего хода он меняет личность. Каждый ход он играет разной личностью. У нас уже есть, по-моему, с лунным рыцарем на канале Let's Play, ну и тут еще от Семена посмотрите. Ближняя атака, везде у него ближняя атака, везде он перемещается на 3. У него 16 жизней. Сюда мы этот счетчик можно положить. Если он играет раунд за лунного рыцаря, в начале вашего хода переместите на расстояние до 2 ячеек. В конце вашего хода перейдите к вашей следующей личности Хансу. У Хансу добавляйте плюс 2 к значению его карт атаки. Он не получает урона от эффектов, отличных от боевого урона. В конце вашего хода перейдите к вашей следующей личности, мистер Найт. Мистер Найт добавляет плюс 1 ко всем значениям защиты. В конце хода переходит к лунному рыцарю. У мистера Найта слоган «Я умирал и раньше, это было скучно, поэтому я восстал». У лунного «Я не настоящий», а у Хансу «Ты мой сын». Да, вот все. И на поле мы играем из набора Brains and Brown. Sanctum Sanctorium называется поле. И здесь мы разложили всякие ячейки с эффектами, которые срабатывают, когда находишься на этой, на ячейках, рядом с которыми она лежит. Здесь есть эффекты и универсальная атака и защита, которые можно использовать. Их 3 вида. Атака-защита. И с эффектами у нас есть электрический... не знаю, что это такое. Электрический пол. Да, скорее флор, да. В общем, минус 1 жизнь в этой зоне. Его можно активировать. Есть секретная камера. Ты смотришь карты на руке оппонента и сбрасываешь одну карту. И есть Daily Bagel. Это ты берешь 3 карты себе на руку. Семен, начинай. Я взял маневр. Усиление на 1. Сейчас на 1, 2, 3, 4. И делаю. На вот этот эффект. Угу. На, смотри, мои карты. Ты на самом деле в начале своего хода мог бы на 2 ячейки передвинуться. Просто так. Точно. Ну, будешь знать в следующий раз вспоминать. Я сбросил вот эту карту. Окей, хорошо. Да, и ты становишься Хансу. У тебя плюс 2 к атаке. Ладно, я делаю только вперед. Переместите женщину Халк на расстояние до 4 ячеек. Можете перемещать ее через ячейки с бойцами противника. После этого, если женщина Халк находится на смежной с бойцом противника ячейки, получите дополнительное действие. Я... Да. Раз, два, три, четыре. Я вот здесь, пожалуй, встану.
И атакую. С жетоном. Нет, жетон на другой клетке. У меня же ближняя атака. А. У меня немедленно. Если участники боя находятся на смежных ячейках, боец противника не может покидать свою ячейку до конца хода. Ты берешь одну карту. Тут написано, если вы победили в бою, возьмите одну карту. Так. И следующее действие. Кушь. Да, я еще раз атакую. С жетоном. Нет, я же тебе говорю, на другой ячейке. Жетон на другой ячейке. Уже забыл. Так, ты защитился. После боя. Если вы победили в бою, можете посмотреть три верхние карты колоды противника и сбросить одну из них. Верните остальные карты в любом порядке. То есть ты три берешь, из них одну сбрасываешь, остальные в любом порядке. А у меня такой эффект после боя. Если вы проиграли в бою, я делаю выбор за противника. То есть у меня по букве закона. Или оба игрока берут по одной карте, или оба игрока сбрасывают по одной карте. Я буду брать одну карту, но я жду, когда ты вернешь эти карты. Так, ты мне... На, так вернешь. Можешь посмотреть, что ты там перемешиваешь. Какую наверх, какую вниз. Хорошо. Я беру карту, и ты берешь карту. Беру карту, и ты... Все. Твой ход. Мой ход. О. Ты меня за это не... А ты меня вообще сносил? Нет, к сожалению, ты защитился. Я на двух всех... атак, да. Я тебя атакую. Я во время боя могу усилить. Ну, у тебя, во-первых, 3 плюс 2, потому что ты Хансу. Да, и мне, к сожалению, да. Ну, давай, ты можешь усилить. Я могу усилить. Я усилил на 2. У тебя 5. 7 урона. Мне минус 5. У меня 15 жизни. Но при этом я беру столько карт, сколько боевого урона было нанесено женщине Халка. Я беру 5 карт. Раз, два, три, четыре. 5. Дальше. Давай, второй мое ход. Действие. Я атакую тебя. Ты атакуешь меня. Окей. У меня время боя могу усилить. Опять ты можешь усилить. У тебя и так 5. Ну ладно, я усилю на 3. Мне минус 4. Теперь минус 4. Печалька. Даже крутую карту. Да, я не победил в бою. Если бы я победил, тебе бы нанес 1 урон. А хотя нет, не нанес бы. Потому что ты Хансу. Все. Меняем, давай тебе личность. На. Теперь ты мистер Найт и плюс 1 у тебя к защите. Защите. Так. Защите. Защите. Что? Ну, такое себе. Я делаю только вперед. Перемещу сюда.
дополнительное. Да, тут не будет никакого дополнительного действия. Но я делаю двойная ответственность. Беру две карты и восстанавливаю две жизни. Берешь две карты и восстанавливаешь две жизни. Все, твой ход. Я делаю. Маневр. Вот это маневр. Просто вот так вот. Залетаем. Откроем. Так, тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. Ты атакуешь. Ну, давай. Ты используешь? Да, я буду использовать жетончик. У меня интересная карта очень. А, ты еще такой же. У меня леди правосудия. Во время боя противник сбрасывает верхнюю карту своей колоды. Сбрасываю ее. Класс. И прибавьте к значению этой карты удвоенное значение усиления сброшенной карты. То есть у тебя 2, у меня тут будет 4. На 4 я защищаюсь. Ты защищаешься на 5. Ну, даже на 5, да. На 5 защищаюсь. Вы можете нанести 2 урона обоим участникам боя. Совершенно разумный поступок. Будешь делать совершенно разумный поступок? Так. Сейчас подумаю. Да. Делаешь? Да. Давай. 1, 2. Тебе -2. У меня 11, у тебя 14. И все, мой ход. Да как? Это мое первое действие. Ты же как-то подошел туда. Так я вот ее. Теперь мой ход. Да ну это чей. Теперь мой ход. И причем я, знаешь, как делаю? Да, ты личность меняй. Кто у тебя теперь? Ты лунный рыцарь. В следующий раз будешь. И я делаю очень все просто. Я буду скидывать карту. Делаю свои способности. Тебе да минус 2. За эффект. И я атакую. Атакуй. Во время боя, если карта разыграна для атаки, ее значение равно 4. Тебе минус 4. Че что так? Сколько там у тебя осталось? 8. Ну, я еще раз, видимо, атакую на 3. Делаю себе минус 3. Если участники боя находятся на смежных ячейках, боец противника не может покидать свою ячейку до конца хода. Но тут без разницы. Все. Твой ход. Ты можешь отойти на 2 ячейки, если хочешь. Я отхожу вот так. Уверен? Ну, да. Как пышно. Угу. Держу маневр. Угу. Я открою. Угу. Хорошо, давай, клади карту. Своим пятым. Мне минус 2. У меня 5. А, нет, у меня 5 сначала. Ну, если вы победили, то противник выбирает. Так как я проиграл, я выбираю. Оба игрока берут по одной карте. Бери по одной карте. И я могу приступить к следующей личности. Я это делаю. И у тебя это Хансу, который плюс 2 к атаке, да? И дальше мое второе действие. Да, и дальше твое второе действие. И я делаю карту. Я делаю карту «Путники ночи».
Переместите своего бойца до 4 ячеек. Он может двигаться через бойцов противника. Получаете дополнительные действия. Это лук. Раз, два, три, четыре. Угу, у тебя дополнительное действие. Дополнительное действие — это маневр. Ты мог бы взять просто там 3 карты. Там эффект — взять 3 карты. Будешь делать? Я тебе разрешаю. Можешь еще просто 2 карты взять. Я делал маневр. Угу. И перемещусь вот сюда. Ну ладно, хорошо. Меняй личность теперь. Меняй личность. На, у тебя теперь тот, который защищается, мистер Найт. Да. Так. Интересная эта штука. Как бы мне воспользоваться этими всеми хитростями? Нет, я, пожалуй, сделаю маневр. Вот так сделаю на 2 и сделаю еще один маневр. Я окажусь вот здесь. Я все. Все. Идем на маневр. Делаю маневр. Сюда. Угу. Что, будешь атаковать? Так я не могу. А, не можешь, да. Точно. Точно. Ты же ближник. Нет, у нас. Нет, я еще. Что будешь делать после маневра? Еще один. Угу. Вот так. Раз, два. Угу. Ладно. Личность меняешь с Найта на Лунного Рыцаря. Я об этом забыл. Теперь мой ход. Я сделаю адвокат Дженнифер Уолтерс. Поместите женщину Халк на ее стартовую ячейку. Это вот здесь. Возьмите одну карту и получите дополнительное действие. Ты что делаешь? Ну, я делаю маневр. Да, я такой. Нет, отмените эффект. О, отменил эффект, но тебе минус 3. А так был бы крутой эффект. Так бы, если бы я больше одного урона нанес, противник сбрасывает 2 случайные карты. Угроза омега уровня. У тебя 2 жизни осталось. Твой ход. Ты можешь на 2 ячейки отойти. Если хочешь. Напоминаю, что здесь есть электрический пол. Зачем мне его? Я не могу все равно тебя же. Ну, пока не можешь. Ты мне надо подходить будет. Будешь перемещаться? До двух. Вот. Да, отлетает Лунный Рыцарь. Раз, два. Угу. Я устанавливаю себе 2 здоровья. Если вы начали ход на другой ячейке, получите дополнительное действие. Хорошо. У тебя еще дополнительное действие. У тебя 2 действия.
А, у тебя две такие, да, карты в колоды? Одну я уже сбросила для усиления. Да, точно, точно. Знаешь, что я делаю? Что? Я делаю карту... Я делаю карту «Путники ночи». Вмещаю до 4 ячеек. Угу. Да, и получаешь дополнительное действие. Получаю дополнительное действие, у меня два действия. У тебя два действия, да. Я делаю два маневра. Все. И приступаю к следующей личности. Ну-ка, это у тебя Хансо, который мощно атакует. Не, мне это не нравится. Я делаю маневр. И сделаю еще один маневр. Все, ходи. Будем осторожнее играть. А кто у меня 9 жизней, у тебя 4? Ну, ты мощный парень. Я... Я делаю маневр. Угу. Подхожу. И атакую. Я использую плюс один, пожалуй. У меня 5. У меня 4. Да, ты можешь взять 2 карты, но тогда минус 2 урона. Мне? Минус 2 урона? Да. А у меня, если вы победили в бою, нанесите... А, это не работает, потому что ты Хансо. Тебе повезло. Я не буду наносить себя. Ну, я понимаю, что ты не будешь. Ну, я приступаю к следующей личности. Да, ты следующая личность. Ну, Хансо был... Он теперь мистер парень. Найт, да? Я там посередине его вставил. Это хорошо, это хорошо. Ладно, я делаю свой эффект. Просто что-то брошу. Тебе минус 2. Минус 2. Такс. Дальше я сделаю адвокат Дженнифер Уолтерс. А, на стартовую ячейку. На стартовую. Ну, давай, ладно, сделаем. На стартовую ячейку ее перемещаю. Беру одну карту. Тебе уже скоро карта закончится. И получаю дополнительное действие. Тебе уже скоро карта закончится. Да, и я сделаю маневр. Вот сюда встану. Все, твой ход. Не ход. Я делаю. Мой ход. Я делаю маневр. Маневр. Двигаюсь на 2 и откуда? Окей. У меня ты отменяешь эффект. Отменяешь эффект, но я защитился. Все. Точно. Я вспомнил то, что ты меня атакуешь. И все. Угадай, почему все. Ну, при 2 раскладах. Я могу скинуть карту. Минус 3 тебе нанести. Ну, у тебя там другая будет личность, ты там лунный рыцарь будешь ты в конце. А могу сделать хитрее, смотри, что тут написано. Я могу разыграть эту карту, допустим, если бы я не скинул карту, а просто разыграл. Тут написано, если это не последнее ваше действие в текущем ходу, вы можете потратить дополнительно одно действие, чтобы значение этой атаки стало равно 9. Карта дикарка, ты бы от 9 никак бы не защитился.
Вот так, прости, женщина Халк, конечно, мощная дама. Ну что, как тебе играть за Лунного рыцаря? Семен. Мне нравится Лунный если рыцарь. Если бы у меня была карта, если бы я защитился другой картой, этой картой, то что? Тогда бы я выжил. Тогда бы я просто разгадал карту и немедленно отменил бы эффект, да, но... Но у меня остался. К сожалению, это ты не разыграл, у тебя три такие карты. Мне понравилась женщина-халк, мощная, интересная. Надо будет ее смотреть против других героев. Спасибо, что смотрели. Всем счастливо. Пока-пока. Пока-пока.